МКЦ НИУ БелГУ прошло торжественное собрание в честь юбилея юридического института. Важной частью мероприятия стало вручение областных наград. В числе гостей праздника были представители ректората и администрации области, преподаватели, ученые, практикующие юристы, руководители различных компаний и предприятий. Ректор НИУ БелГУ Олег Полухин поздравил коллектив института. Он отметил достижения и качество юридического образования. Вся деятельность юридического института подчинена важнейшей задаче формирование устойчивой системы правовых ценностей, где юридическая процедура обеспечения прав и свобод человека и гражданина занимает достойное место в системе юридических гарантий. Я желаю всему коллективу юридического института дальнейших успехов в педагогической, научной, творческой деятельности. Дорогие друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Прославляйте славными победами и профессиональными достижениями свою альма-матер. Наиболее активным членам ассоциации выпускников вручили благодарственные письма, юбилейные книги и почетные знаки 25 лет юридическому институту НИУ БелГУ. Украсили торжественное собрание творческие номера коллективов университета.